я наблюдала за одним тета-практиком и как бы, ну, захотела тоже попасть на тета-сессию. Первая моя тета-сессия была до обучения тета-хилингу. Ощущения сравнимы с чудесами. То есть все разрешилось невероятным образом, вот так вот я скажу. Все встало на свои места, по полочкам разложилось. То есть пришли какие-то осознания, ответы на вопросы, которых, ну, много лет человек не знал и как бы не мог найти. И ощущение легкости, вот, как будто свежий глоток воздуха. Хочется творить, жить, что-то делать, чем-то заниматься. И как бы большая вера в себя, что у тебя все получится, несмотря ни на что. Вот. И поменьше видишь трудностей, что у тебя могут быть. То есть видишь только хорошую сторону, а плохой стараешься как бы не думать. Ну, либо она даже не приходит в мысли, плохая сторона. Ну и вот в результате сессии как бы я поняла то, что я хочу заниматься тета-хилингом, больше изучать, больше работать над собой. Ну, наладились какие-то контакты, ушли какие-то комплексы, которые были. Наверное, узнала себя с другой стороны. Результаты у всех хорошие, и с тем, с кем я работала, потому что я в большинстве своем работаю с тета-практиками. Я так думаю, что, ну, наверное, чудеса больше со мной происходят, потому что даже когда ты работаешь с другим человеком, то есть у тебя какие-то убеждения, программы тоже уходят. И, ну, мои личные результаты по состоянию здоровья, энергии там, и так далее, очень хорошие.